Кружатся в изящном танце и парят в воздушных прыжках юные артисты. Новогоднюю сказку на сцене Московского фольклорного центра Людмилы Рюминой показала детская студия «Актер». Школе при Государственном академическом театре классического балета под руководством Касаткиной и Василева в этом году исполняется 10 лет. Ее ученики выступают на лучших столичных площадках, гастролируют по стране и за рубежом, дают благотворительные концерты. И уже многие годы сотрудничают с Дмитровским детским домом-интернатом. Ездили от нашего храма, потому что наш храм окормляет этот детский дом. И я увидела историю, что одна девочка очень-очень хочет танцевать. И вот эта история почему-то она мне показалась моей, да, хотя, в общем, где балеты, где люди с ограниченными возможностями, это, в общем, если бы мне кто-то когда-то сказал, что это совместимо, я бы сказала, посмеялась бы, сказала, что это нет, ни в коем случае. И все же художественный руководитель студии Оксана Терещенко рискнула привлечь к участию в балетных постановках воспитанников детского дома. Эксперимент удался, а занятия танцами буквально изменили их жизнь. Новые люди, новое общение, новые знакомства. Это, ну, они просто расцветают. Они приносят и к нам, в нашу семью, радость. У них глаза зажигаются, сердце горит. Вот они становятся совсем другими. Особенно вдохновляют юных артистов выступления на сцене и аплодисменты восхищенных зрителей. Да, мне просто нравится, когда я выступаю на сцене, вот и все как бы. Не, ну когда люди благодарны, конечно, мне кажется, что я, значит, ну, хорошо станцевал, вот. О, это вообще прям улыбка не сходит с лица, потому что сразу видно, что зрителям очень понравилось, и это главное. А все остальное это можно отрепетировать, если какие-то ошибки будут. Регулярные занятия танцами в интернате продолжаются уже 5 лет. В них участвуют около 20 ребят. А помощь в обеспечении оборудованием оказывают благотворители. Прямо на спектакле представители общественной организации инвалидов «Стратегия» и компании «Арт-центр Плюс» передали в дар детскому дому специальную активную коляску для 6-летней воспитанницы Маши Масюк, которая мечтает танцевать. Машенька ждет уже эту коляску, я думаю, с октября месяца. И, наконец, она ее получит, и это ей придаст силы, повысит ее настроение, улучшит ее состояние. Она будет радоваться, ее здоровье улучшится. И мы будем рады видеть ее в спектаклях Оксаны Терещенко и, конечно, коллектива «Актер». В наступившем году юных артистов ждут новые постановки, репетиции и выступления. Я вам могу сказать, что они даже стали лучше учиться. Ну, то есть вот эта, наверное, ответственность, у них изменилась речь, они стали по-другому общаться с людьми, вот этот расширился круг общения, и вот этот... Вот эта энергия, которая там была сначала в них, она сидела, и вдруг они вырвались из каких-то там стен, у них расширилась вот эта палитра.